значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Внешний человек показывает практичность как ширмы для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Казалось бы, для владельца этого имени есть все для успеха и достижения целей, но внутреннего стержня или крепкой жизненной позиции как таковой нет. Когда амбиции постоянно спорят с реальными возможностями, то нередко человек пребывает во внутренней трагедии с самим собой. В значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. У обладателя согласно L в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Подсознательно звук Е в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Звук В указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Носители этого имени зачастую отторгают общество от себя единого, не воспринимают критику, у этих людей бывает мало друзей. Так происходит потому, что они меняют верных товарищей как перчатки, не обращая внимания и мнения человека, который был для них минуту назад самым преданным и верным. Друзья держатся около этого человека очень короткое время, иногда пропадают навсегда из-за их двуличности. К слову, у владельцев этого имени нет представления друг, близкий или товарищ. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Люди с этим именем иногда падают в легкую депрессию, начинают упрекать себя в своей неуверенности и мягкости. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение, однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.